Так, сейчас хотя бы дров заготовим. Признай, я почти тебя достал. Почти это ничто. Быстрей. Похоже, у капитана и его команды неприятности. Как странно, на встрече с контрабандистами. И все же, почему ты не можешь рассказать, зачем мы здесь? Думал, мы друзья, Лаем? За тобой смотрю, чтобы не споткнулся, не дай бог. Черт, да где эти недоумки? Какого черта? Где вас двоих носило? Мы охотились. Что случилось? На моих людей напали английские псы. О, капитан Жозеф. Помнится мне, вы грозились перебить их одной левой. Капитан Луи и Жозеф Готье, шевалье де Лаверендри. Решил, что тренировки сделают из тебя настоящего ассасина? Осознаешь, что это значит? На тебя возложено бремя великих древних традиций. Наставника должно слушаться беспрекословно, иначе нам не освободить человечество. Красивые слова, шевалье. Но я не чувствую себя свободным. Зато станешь мудрее. Как ты смеешь проявлять неуважение? Ты безответственный нахал. Ну! Господа, хватит. У нас есть общий враг, и он, похоже, недалеко. Королевский флот напал на нас и вынудил моих людей бежать. Мы сели на мель, а контрабандистов, с которыми мы должны были встретиться, взяли в плен. Мы с Шаем освободим их. Раненые на вас. Пригодятся. Бери. Будь осторожнейшей. Королевский флот будет ждать нас. Помни свои уроки. Проучим их как следует. У них нет ни шанса. И где плохо. Твои дружки, крыса? По-хорошему. Всем быть на чеку! Они скоро тебя по кусочкам будут собирать. Ага, вот и он. Думал, нас точно повесят.
Их я решил оставить вам. Трогательно. Возможно, от тебя все же есть польза. Кстати, о пользе. Думаю, им этот корабль больше ни к чему. Это куча дерьма? Если хочешь, Шей, забирай. Я иду на свой корабль. Ты все слышал. Корабль твой, Шей. Давай. Кое-кто из тех, кого ты сластывал, знаю. Неплохая. Не уверен насчет их капитана, но ты второй опытный мореход в братстве после меня, Шей. К тому же, корабль не побритый. Даже такую бомбу. Мой корабль? Личный. Твоя личная лохань, да. А, слегка подкрасить, да пушки заменить. И будет вполне прилично для семи морей. Приступим. За дело, друг. Впереди! Потрепан, но на ходу. Называется Морриган. Боже. Корабль! Тысяча. Команда, к бою готовься! Друзья, Шевалье нами доволен. И куда же мы держим курс, Шей? Пора поговорить с учителем. Не находишь? Как мудро, капитан.